Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами я, Юлия, на своем канале «Сельская жизнь». Сегодня я бы хотела представить вам аксессуар для приготовления колбас. Это моя новая покупка, и я хочу вам ее продемонстрировать. Вот такая вот ветчинница фирмы «Вита». Сделана, естественно, в Китае, но сделана по ГОСТу. Значит, давайте сейчас мы откроем. Я вам расскажу, что же в ней здесь находится. Так, вот такая колба. Вся она сделана из нержавеющей стали. Такие вот два дна. Одно дно, другое крышка. Оба совершенно одинаковые. Значит, что делается? Значит, на это дно прикрепляются вот такие вот пружинки. Внизу подцепляется вот такая, без колечка. Вот так, снизу подцепляется. Потом вставляется вот эта колба, вот эти вот колечки вот сюда. Значит, сюда должен быть пакет для запекания, которые обыкновенные пакеты продаются в магазине. Сюда вставляется вот, будем думать, что это у нас пакет для запекания. Туда наполняется фарш или просто рубленное мясо или кусочками замаринованное какое-нибудь мясо со всеми специями. Все сюда заполняется, потом это вот так вот закрывается и сверху одевается вот это вот второе дно. Потом вот этой пружинкой защепляется. Вот этой пружинкой, конечно, эту пружинку нужно будет очень хорошо растянуть. А их таких три. Дальше вот эта колба вся, уже запружиненная вся, закладывается либо в кастрюлю с водой, либо можно в мультиварку, также наливаешь воды и варишь 1,5–2 часа. Затем можно вот так класть, можно вертикально, можно горизонтально. Потом, когда пройдет определенное время, там 1,5 или 2 часа, эта вся конструкция достается, остужается, и потом только вытаскивается все, разбирается и вытаскивается. И вы получаете из 1,5 килограмма фарша или мяса 1 килограмм колбасы либо ветчины. Вот такой аппарат я приобрела себе. Смотрите мои следующие видео. Обязательно я попробую. С вами была Юля на своем канале «Сельская жизнь». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока! До новых встреч!